И все же главная достопримечательность этого дня – горный монастырь Татырф, который находится совершенно на отшибе и путь к которому проходит через Сатанинский мост. Татырф славен своим потрясающим расположением над красивым горным ущельем, историей и архитектурой. Но запоминается он в основном благодаря ржавому крану, оставшемуся еще с реставрации советских времен, который страшно уродует прекрасный и умиротворенный пейзаж вокруг. Татырф был построен в VII веке на месте, конечно же, разрушенного христианами языческого святилища. В средние века в нем располагался мужской монастырь и крупный университет, доживший до 1917 года, в котором его и аннулировали. В XIX веке в монастырском дворе установили 15-метровый качающийся столб на шарнирах. Наверное, он приходит в движение только при ураганных порывах ветра, потому что при нас он стоял по стойке смирно. Наш шофер рассказал душещипательную историю. Во времена геноцида турки использовали этот храм с его очень удобными, огромными, с пола до потолка окнами, смотрящими в километровую пропасть, для выбрасывания из них тогдашних жителей этих мест. Из всех казненных уцелела лишь одна маленькая девочка, которая упала на кучу мертвых тел и выжила. Она прожила в Горисе всю свою жизнь и умерла в возрасте 84 лет. И наш шофер знал ее лично. Такая вот история. Ну как? Ну, а очи чего? Все очи. Татырф – единственный из виденных нами храмов, обнесен крепостной стеной. Это монастырь-крепость, по углам которой расположены сторожевые башни. Внутри этажные перекрытия, типа временно демонтированы и заменены полусгнившими досками. По ним нужно пройти, если хочешь обойти стену по периметру. Но рискнешь? Так по широким пойти. Обещано, что к концу 2006 года здесь будет туристический центр. Наверняка ведь платный. А пока армянские достопримечательности еще не до конца отреставрированы, вход во всех них остается совершенно безвозмездный. Лаи! На
На обратной, уже вечерней дороге из Татева в Горис нас ждал экстрим. Так, ну кажется, сын пошел. Давно не было града? Да. Наверное, это второй раз. За лето? Да. Ждем. Дальше ехать все равно опасно. Селевым потоком машину может стянуть в обрыв. Думаешь, он проедет? Он как-то едет. Как-то по-лоховски это делает. По-лоховски. Местные пытаются звонить всюду, своим друзьям и даже мэру города Гориса. Viva Sylt. Довольно странная надпись в данной ситуации, потому что мы как раз под Сильт и попали. О, там лопата не работает еще. Самоубийцы люди. А сколько будет работать с лопатой? О, самое время. Сейчас лопаты. Но это значит, что никто не приедет, никакой трактор. Нет, они не знают. В общем, у нас тут застряли граждане из Ливана, из Франции, из Америки. Мы, ну и местные, конечно. Полный интернационал. На чай экстрим. Прошел еще час. Трактора так и не прислали. МЧС сказали, что в Армении вообще нет как такового. Кто нам поможет, вообще непонятно. Там. Кто к нам едет? Ура, с лопатами. Приехали люди, привезли лопаты. Ну вот, кажется, дорога жизни открыта. Слава Богу. Отлично. Еще. Сел все-таки. О, а это наше такси поехало. Последнее.